Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжая видеообзоры кулинарных открытий, вернее, сейчас посвящено кухне, сегодня мы посмотрим про эти замечательные ножи, которые называются Randall моделька RD462, в комплекте с этой замечательной бамбуковой доской, которую можно так неплохо пришибить. Вес на самом деле у нее очень хороший. Так вот, куплен он в М-видео в магазине через интернет со скидочкой 50% после Нового года, когда все толковые пацаны, собственно говоря, и покупают. Потому что перед Новым годом мало того, что дорого, так еще ничего и нету. И после Нового года тоже практически ничего в магазинах не бывает, ибо все распродано, а в России все предпочитают еще полмесяца отдыхать после этого. Но нам как-то удалось все-таки выхватить в видео по хорошим ценам хорошие вещи. Так вот, продолжая вскрытие этой чудной доски, надо быть очень аккуратным. Потому что, несмотря на то, что ножик тупой, который мне скрывает, он может что-нибудь отрезать. Ух! Вскрыли. Достаем. Доставить досточку. Бамбуковая доска просто шикарно. До этого резали в основном на лету, на ходу, на столе, на стене, на полу, на асфальте, на бетоне. Но теперь доска есть. Ножи, которые идут в комплекте. Один поварской. Легенький ножик. Металл довольно прочный. И острый, понятное дело. Второй нож универсальный. А третий нож для овощей. Привет вегетарианцам и сыроедам. Стало сюда его достать. Вот. Все, кстати, это удовольствие стоит смешные 500 рублей после 50% скидки. Спасибо за внимание. Всего хорошего.